видите, какая связь молитвы с любовью Божией? Потому что любовь Божия – это самое главное. Первая заповедь – возлюби Бога. Вторая – ближнего, да, уже, как самого себя. И вот эта первая заповедь о любви, она как тесно связана с молитвой, оказывается. Почему? Потому что молитва – это средство общения с Богом. То есть через молитву мы входим... Что такое общение? Общение – это общее, да? Приобщаемся, становимся с Ним одним, соединяемся. Когда и люди любят друг друга, им хочется быть вместе, они все время общаются друг с другом, да? Даже помните, пример был, что человек, если живет где-то с другой стороны планеты, но тот, кто его любит, он все время о нем думает, как будто вместе с ним все время. И вот молитва – это для нас средство связи вот с Богом, с невидимым. И через молитву проявляется, как мы любим Бога и любим ли мы его вообще. И поэтому началась книжка с того, что тот, кто не молится без развлечения, тот не любит Бога. То есть вы со своим любимым входите в общение, но вы не о нем думаете, а думаете о доме, который надо купить, или машину, которую надо поменять, или о каких-то других проблемах, или о каком-то другом человеке, а молитву читаете Богу. Кого вы любите, это где наш ум, то мы и любим. Поэтому он и говорит, что кто без развлечения не научился, не может молиться, тот Бога не любит. Себя, чтобы мы не обманывали. И с другой стороны, путь к тому, чтобы возлюбить Бога, лежит через молитву. То есть, через чем мы будем прилагать больше усилий к тому, чтобы молиться без развлечения, сосредоточенно собирать ум и отгонять посторонние мысли обо всем другом, тем ближе мы будем подходить к любви Божией, тем мы сможем, будет больше у нас шансов вот Бога возлюбить. С этого вот началось. Ну, повторять, конечно, не будем. Там на YouTube есть, можно посмотреть предыдущие наши там записи, выставляют там. Мы сейчас читаем шестую главку святого Максима Исповедника и на нее объяснение. Я сейчас зачитаю ее всю, чтобы общее такое впечатление. Повторю еще раз всю, но мы уже в конце ее. Старец Емельян разделил ее на четыре части. И мы начинаем на странице 51. И читаем только то, что красным, только старца Емельяна, Максима Исповедника. Итак, мы пришли, сейчас говорим о молитве. Говорили о разных вещах. Говорили о природе развлечения, о том, как страсти действуют в нас, и из-за чего мы отвлекаемся, из-за чего мы не можем сосредоточиться. Но сейчас конкретно это шестая уже маленькая главка, и звучит она так. Есть два высочайших состояния чистой молитвы. А речь идет о чистой молитве, то есть о молитве без развлечения. Одно случается с людьми жизни деятельной, другое с людьми жизни созерцательной. Одно бывает в душе от страха Божия и благой надежды, другое от божественной любви и крайней чистоты. Вот это первое. На первую часть он отделил и объяснял, нам об этом рассказывал. И помните, это мы в прошлый раз повторяли тоже, но в двух словах он давал определение, что такое чистая молитва. Молитва, свободная от посторонних помыслов, когда ум очищен, когда ум пустой, и он может быть как бы вместилищем, да, для Бога, для Духа Святого. К этому мы стремимся, когда молимся, и пытаемся молиться чисто. И затем дал определение о том, что такое, о каком таком страхе Божьем, и о какой надежде идет речь, и о какой любви, и о какой чистоте. Это была первая часть. Затем вторая часть. Мы с вами прочитали уже. Затем он сказал так, сейчас мы будем... А, и далее
Святой Максим уже говорит более подробно об этих двух образах чистой молитвы. Помните, это мы в прошлый раз читали. То есть о деятельной, да, которая бывает с теми, кто проходит деятельный путь, и созерцательной. И мы сейчас читаем страницы 57. Признак первый, он еще так оговорился, старец сказал, для того, чтобы могли мы различать эти два вида. Признак первой меры есть тот, когда собирают ум от всех мирских помыслов, творя молитвы без развлечения и смятения. И как бы сам Бог предстоял ему, как и предстоит действительно. То есть мы пытаемся через веру, помните, восчувствовать присутствие Бога, и через отсечение привязанности ума ко всему вот этому видимому и материальному, наш дух пытается через веру предстать перед невидимым Богом, которого мы еще не видим. Но мы через веру ощущаем его присутствие. И чем более мы ощущаем это присутствие, тем более чистой бывает молитва. Это второе. Это на деятельной ступени происходит. И тоже, видите, доступна чистая молитва. Ну и там было более подробно. И третье, следующая страница, 59-я. Признак второй, то есть созерцательный, когда в самом устремлении молитвы ум бывает восхищен божественным и безмерным светом и совсем не чувствует ни себя и ничего иного из сущих, кроме единого, любовью содевающего в нем таковое озарение, то есть кроме Бога. И мы говорили, что здесь переведено, помните, не совсем точно. То есть не в стремлении, не в устремлении молитвы, а здесь речь идет о самом начальном импульсе молитвы. И суть в том, что то состояние, к которому стремится молитва деятельная, то есть, да, когда мы молимся на деятельной ступени, предел для человека, проходящего аскетические подвиги, чистый предел чистой молитвы, является отправной точкой для созерцательной. То есть там, в этой чистоте ума, та молитва начинается. И если первая молитва, деятельная, в ней наши усилия действуют, мы пытаемся бороться с помыслами, их отсекать, оторваться от земли, приблизиться к Богу, почувствовать Его присутствие. Это все наши усилия. Чистая молитва созерцательная, о которой идет речь, в ней мы перестаем действовать, в ней начинает действовать Бог. И ум восхищается Духом Святым. И как Павел говорил, да, что то ли я в теле был, то ли не в теле, не знаю, но вот был восхищен до третьего неба и слышал неизреченные ангельские глаголы. Вот это кратко, о чем была речь. И теперь мы продолжаем. Последнюю часть – это вся та же шестая главка Максима Исповедника, то есть это одна мысль, заключено все. И теперь заключительная ее часть. «Всем состоянии, подвязаемый к уразумению словес о Боге, получает он чистые и светлые о нем познания». Вот. Тоже перевод чуть-чуть интересно, что различается. И мы сейчас, я сейчас скажу в чем, потому что старец Емельян толкует именно соответственно этому переводу. Здесь, конечно, английский, но по смыслу понятно, что в греческом тоже чуть-чуть другой оттенок. Например, то есть не познание, говорится, а impressions, то есть впечатление. Ум получает впечатление, буквально, если перевести. Также вот эти logi, principles, это сложно, я сам не очень, боюсь, не смогу точно все это перевести и объяснить. Вот то, что имеется в виду, всем состояний, подвязаемый к уразумению словес о Боге. Здесь сказано так, что будучи движим, by principles, logic around God.
Мне так показалось, что речь идет о ангельских, о участии ангельских сил во всем этом. Логои. Это по-гречески надо. Ну, в любом случае, сейчас будем читать. Я надеюсь, что старец Емельян нам объяснит все, о чем идет речь. Итак, читаем старца Емельяна. Будет толкование этого. То есть здесь идет, сейчас в этой маленькой части пойдет речь о плодах и о результате, и о состоянии вот этой вот созерцательной молитвы. То есть если в прошлой маленькой части говорилось о том, как она происходит и что она такое, то здесь будет говориться о том, что она дает и что ум испытывает, когда достигает такой молитвы. Тогда, то есть, когда ум восхищается на небеса Святым Духом, он получает впечатления, которые ясны и определенные, чистые и ясные. Что это за впечатление? То есть, что ум получает там? Он, значит, собой не владеет, он себя не осознает, он растворяется в Боге, он бывает восхищен Богом. Но видите, нечто он там начинает приобретать. Что это за впечатление, он говорит. Как слово ударение, в смысле, что оно выделяет что-то или подчеркивает, или акцентирует нечто, акцентирует внимание на чем-то. Здесь это означает, что Бог появляется с особой великой силой и интенсивностью, проявляется в уме. Тем более, что теперь ум привлечен близко к нему. Добавление вот этого суффикса в слове впечатление в означает, что одна вещь появляется или проявляется в другой. Да? То есть впечатление внутри. Что одна вещь появляется внутри чего-то еще. Это как если бы у меня было зеркало, и изображение, или впечатление лица, или какой-то вещи, какого-то объекта появилось в нем, в этом зеркале. И здесь сейчас будет очень интересное объяснение, еще одно определение вообще того, что такое созерцание, о чем идет речь. Ну, потому что мы узнаем в основном об этом как бы теоретически. Лицо или объект, который я вижу в зеркале, кажется мне живым и реальным. У него есть плоть и кровь. Мы видим как бы реального человека в зеркале. Хотя это совсем не человек там внутри. Или не внутри и даже не на поверхности этого зеркала. Но я вижу, как будто он там присутствует. В зеркале, да, когда мы смотримся, мы видим себя или что-то другое. Вы стоите здесь, но я вижу вас там, в зеркале. Вот этот образ зеркала очень интересный, потому что слово созерцание само по себе,
оно имеет корень и созвучно, да, со словом «зерцало». А в церковнославянском «зерцало» что такое? Это зеркало. И вот в некотором, как-то таинственным образом связано это ощущение. То есть, как мы должны стать как бы зеркалом, в котором появляется Бог. Может быть, что-то такое. Что-то такое. Сложно, да. Но сейчас он еще сейчас будет описывать. Сложно, потому что мы очень далеки от этого, разумеется. Но какая его мысль? Его мысль такая, что хорошо бы знать, куда мы идем и куда мы направляемся, куда мы должны стремиться. Мы когда планируем путешествие куда-то, мы изучаем, куда мы едем, да, мы там какие-то буклеты читаем, чтобы знать. И здесь тоже даются какие-то знания, да, может быть, мы их вообще не достигнем, но, по крайней мере, даже для смиренно-мудрия полезно знать свою меру, знать меру святых и куда мы идем. А мы идем к Богу. Как сегодня мы говорили, да, это очень тоже такая мысль интересная, что смысл не в самих подвигах, не в аскезе, смысл не в деятельной жизни, смысл не в исполнении заповедей даже, смысл в очищении посредством этих заповедей. Кто видит, бывает часто, человек зацикливается и только занимается подвигами, только занимается поклонами, только занимается аскетикой. И он из этой аскетики даже не пытается выйти и не понимает вообще, зачем он это делает. То есть он все равно пытается, конечно, трудиться для Бога, но как будто неразумно, как будто не зная, куда он двигается и зачем. И как мы сегодня сравнивали, да, вот этот Ветхий Завет, исцеление сегодня расслабленного, Ветхий Завет с новым, как будто Ветхий Завет, время закона, время исполнения заповедей, как мы читали, да, что плод деятельного пути, аскетики, исполнения заповедей, есть очищение души, исцеление ее. Вот это время закона Ветхого Завета, это время деятельное, образ аскетики и деятельной жизни. А в Новом Завете, как апостол Павел говорит, благодать пришла и истина. Закон дан Моисеем, а благодать и истина Иисусом Христом. И когда пришла благодать, то есть человек, пройдя путь исцеления через заповеди, он очищается. И поэтому он ему говорит: возьми постель твою и ходи. То есть получается нарушение заповеди, но эта заповедь ему уже не нужна. Он уже исцелен. Заповеди – это лекарства, они нужны больным. А когда человек здоровый, праведнику закон не лежит. Или как один отец говорит: люби и делай все, что хочешь. Тебе уже не нужно придерживаться никаких заповедей, потому что ты по природе вернулся в состояние блага. И ты всех любишь по природе. И ты ко всем добр, и ты ко всем терпелив. То есть тебе зачем заповеди? Ты здоров стал, пришел в то состояние, в котором ты был создан. Вот это состояние созвучно вот с созерцанием и с Новым Заветом. И мне кто-то говорил недавно, как-то говорит: ну что вот мы поем «Воскресение Христово видевши», а я, говорит, не видел этого воскресения. Я говорю: так мы никто не видели этого воскресения еще. Мы еще все находимся в Ветхом Завете. На деятельном пути исполнения закона. Мы благодать еще не достигли. Мы еще не прозрели, мы еще не исцелились. Но нам разумно надо проходить этот путь исполнения заповедей. И чем тщательнее мы будем стараться исполнять эти заповеди, то есть принимать эти лекарства, тем скорее будет очищаться наша душа. А как только она очистится, мы входим вот туда, в благодать. Тогда, как только очищается, в нее вселяется Бог сразу. Конечно, тут реплика такая, что как-то безнадежно. Нет, безнадежно это, знаете, если пытаться сразу вскочить с первой ступеньки на последнюю.
Но об этом речь не идет. Мы понимаем свое состояние, и мы должны смиренно мыслить о себе и потихонечку делать маленькие дела, добрые, каждый день, исполнять заповедь. Вот у каждого каждый день есть шанс простить ближнего, принять какую-то обиду, не ответить на нее, ответить на зло, ответить добром. Вот это все исполнение заповеди. Это все та самая любовь, та самая заповедь о любви. Итак, да, мне кажется, что нам вот это уже деятельная жизнь, нам нужно уже созерцательно заниматься, чтобы заниматься, как очистить свою душу, потому что уже столько мы уже всего насчитали, столько мы всего это, а душу мы... Об этом речь и идет. Чтобы не зацикливаться только на деятельной службе, на деятельной жизни, на деятельности, на аскетике, вот речь идет о молитве. Чтобы мы старались очищать ум. Кто как может, на каком кто положении находится. Но если каждый понимает цель молитвы, что цель нашей молитвы – это очищение ума, что мы должны от всего, вот к чему мы привязаны в этом видимом мире, мы должны по мере сил отвязываться. Вы сказали, что делами такими вот благими мы как бы приближаемся. И в то же время, говорите, молитва. Но если мы дела делаем... Ну, да. Но нужно, видите, как нужно и то, и другое. И еще чтение. Он говорит, что... Ну, мы читали, вот многих просто не было. Я рекомендую посмотреть предыдущие. Там речь идет об этом. Там как бы начинается все по порядку. И через чтение, духовное чтение очень имеет большое значение к тому, чтобы направить ум, раскрыть ум к какому-то зрению, к молитве, к очищению. Хорошо, давайте читаем дальше. Что-то похожее случается с этими впечатлениями, которые появляются в уме. То есть был дан образ зеркала, помните, да? В зеркале нечто появилось, но его нету. Но опять-таки само слово «впечатление» от слова «печать», да? Вот печать, она имеет какой-то образ в себе, изображение, и когда ее ставят на воск или там на сургуч, печать убирают, а изображение осталось. Тоже похожее, как впечатление. Вот это, вот об этом идет речь. Нечто такое остается в уме. Когда я испытываю их, то есть эти впечатления, я получаю откровение, знание, созерцание, проявление Бога как присутствующего вот здесь, прямо рядом со мной, то есть ощущение Бога. Я приобретаю определенный духовный настрой, через который невидимый и нематериальный Бог проявляется в моей душе. Таким образом, который позволяет мне ощущать, переживать и познавать его. Бог становится ощутимым, как бы осязаемым. Различимым и постижимым. Открывая себя как сущий. Да? Исход 3.14. Как Бог. Скажи, ты кто? Я есть сущий. То есть я есть существующий. Тот, кто есть. Тот, кто есть в собственном смысле. Мы по сравнению с Богом, нас нет. То есть существует по-настоящему только Он. Мы – это как такие отблески существования. Гром, like молния, когда шторм происходит, и ударяет гром на расстоянии. Слышу я его звук прямо здесь. Где-то там грянуло. А я здесь слышу. Источник дождя
где-то далеко, в небе. А капли дождя падают прямо мне на голову, и я их ощущаю. Эти вещи, они, я их познаю, и они присутствуют мне, я их к ним прикасаюсь, несмотря на то, что они на самом деле где-то далеко происходят. Я чувствую и ощущаю ужас вот этого шторма и дождя, которые окружают меня, и грома. Итак, смотрите, таким же образом я ощущаю радость и наслаждение живого присутствия Бога. Внутри меня я получаю мое личное откровение Бога через Христа в Духе Святом. Когда мы хотим обратиться к Богу, то есть повернуться к Нему посредством более созерцательного настроения и созерцательного настроя, с расположением, с намерением насладиться в Боге и быть исполненным им, то есть принять Бога в себя, нам нужно приобрести Его чистые и ясные впечатления. Потому что именно тогда Бог начинает сиять внутри нас. Именно тогда Он становится реальностью в зеркале нашей души. Вот, видите, я думал, я это придумал, а это я читал. Более он не неизвестный, неведомый Бог для души, когда душа вот так вот познакомилась с ним. Но скорее тот, кто стал нам известен очень близко и очень лично, то есть на личном опыте. Какая-то такая интимная встреча произошла. Когда это случается, наша жизнь переполняется энергией, силой, стабильностью, потому что у нас появился личный опыт общения с Богом. Наша жизнь более не просто человеческая или чувственная жизнь, психологическая здесь сказано, но я думаю, имеется в виду чувство. Но теперь она стала духовной жизнью. То есть духовная жизнь начинается только после личной встречи с Богом, когда Бог начинает действовать, когда Дух начинает действовать, Дух Святой в душе. И таким образом мы достигаем той ступени, где мы можем говорить о жизни в Духе. Что это значит жить в Духе? Или жить жизнью, подчиненную действию Святого Духа? Жизнь в Духе значит, что я дал место и право Святому Духу управлять и действовать внутри меня, наполнить меня и соделать меня, я не знаю, как это перевести, divine human, освященным человеком, может быть, освященным. Освященным чадом Небесного Отца. Вот чтобы Дух Святой в нас действовал, чтобы Дух Святой в нас жил. Вот это цель. До достижения этого состояния мы не являемся ничем иным, как просто детьми,
которые ничем не заняты. Просто они играют. Вот там и сям, проводя все время свое, либо смеясь, либо плача, но не имея, но не ощущая Бога, не переживая Бога. А что это с нами происходит? Нам либо хорошо, либо плохо. Какое у тебя настроение? У меня хорошее. Я сейчас хорошо себя чувствую. А что-то тебя там прижали? Ой, я плохо, у меня проблемы. Вот мы живем без Бога в основном. Мы живем вот как маленькие дети. На самом деле мы пытаемся верить. Мы там ходим в церковь, мы ищем. Но очень часто вот мы живем как такие, как неразумные еще. Еще не повзрослевшие дети. Это потому, что Бог не просто какой-то знакомый. С кем у нас есть какая-то связь. Да? Ну вот мы там живем своей жизнью, а так по воскресеньям ходим в церковь. Так это как знакомый такой у нас. Один раз в неделю встречаемся. Но скорее это кто-то, кого я либо принял, либо отверг. Я либо духовный человек, либо нет. Нельзя быть немножко духовным, он говорит. Видите, мысль такая. Между этими двумя состояниями нету промежуточных. Как бы так, полудуховный, либо, говорит, ты духовный, либо нет. Либо ты с Богом, либо нет. И так и Христос в Евангелии говорит, правильно? Кто говорит, как он говорит там? Ну да, что-то в этом духе там звучит чуть-чуть по-другому. Кто не собирает со мною, тот расточает. Никакая человеческая деятельность, никакое человеческое достижение или образ жизни, или какое-то особое место может придать нашей жизни этот вид, прошу прощения, такой перевод, конечно, этот вид сущности или содержания этого опытного знания и переживания Святого Духа. То есть, если у нас отсутствует этот опыт, да, опытное переживание действия Святого Духа внутри нас, ничего нам не может это заменить. Да. Да, совершенно верно. Мы плотские. В этом-то и дело. Мы плотские. Но мы пришли сюда, в церковь, и сегодня мы пришли на эти чтения в поиске этой духовности и в поиске Бога. Почему мы здесь сидим? Мы ищем. Это дает нам надежду. Нету безнадежности. Надежда в том, куда ты идешь. Вот в каком ты направлении. Либо ты двигаешься к Богу, либо ты двигаешься в противоположную сторону. И пускай мы маленькими шишками, и пускай мы падаем, но если мы идем туда, это уже дает надежду. Это великое дело. Вот почему единственная вещь, мы могли бы сказать так, которая стоит преследования в этой жизни и стремления, чтобы за ней вот идти, для человека веры, то есть для верующего человека, только эта вещь, она стоит времени и усилий. Стяжание Духа Святого. Это единственная вещь в этой жизни, которая стоит усилия и времени. Это та причина, по которой мы каемся. То есть, что такое покаяние? Почему мы пытаемся измениться из нашего плотского состояния в состояние духовное? В этом смысл покаяния. Почему мы встаем после того, как мы упали.
Почему мы начинаем аскетические практики? То есть почему мы вот эту деятельную жизнь проходим? Почему мы пытаемся заповеди исполнять? И почему мы вообще делаем то, что делаем? То есть будучи, видите, как вот мы упомянули, да, приходим сюда, приходим в храм. От этого происходит хорошо известное высказывание всех святых, а именно, что цель любой молитвы – это стяжание приобретения Святого Духа. Когда мы приобретаем, стяживаем Святой Дух, Дух входит в наше существо и начинает действовать внутри нас. Святой Дух входит в нас, потому что Он признает нас как подходящее место для своего обитания. То есть, да, как мы говорили, ничто нечистое не может, да, соединиться с Богом. Вот поэтому мы пытаемся очистить свою душу, очистить ум для пребывания Святого Духа. И так Он двигается и действует свободно, как у себя дома, у нас в душе. Все, что я бы ни делал в этой жизни, должно иметь своей целью вот именно это. Совершенно верно. Соединение с Богом. Смысл жизни – соединение с Богом. Возвращение к Богу. В обращении, возвращение, да, в рай, откуда был Адам изгнан. До достижения этого состояния духовного, да, чтобы когда мы пребываем в духе, я просто человек, который живет вне дома Отчего. То есть просто человек, который живет вне дома нашего Небесного Отца. Потому что у меня нет реальной взаимоотношения, не реальной, а реального общения с Богом. И Он не является для меня вообще реальным и живым, потому что у меня нет этого опыта. Он может быть живым для всех, и действительно он, конечно, живой для всех, но для меня он мертв. Он для меня Бог, который не существует. Вот оно воскресенье. Понимаете? Христово воскресенье должно произойти в каждой душе. Для тебя должен воскреснуть Христос. И тогда мы уже будем петь «Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу, как действительно испытавший, да, как действительно увидевший». А пока он мертв, вот так приходит и говорит: «Что мы там поем, видишь?» И я, говорит, не видел еще. Другой: «Я тоже». Но поем, а? Проходим мы четыредесятницу, чувствуешь, что приближается. Вот четыредесятница это тоже. Вот как интересно, вот сейчас вот через вот призму того, что мы читаем, куда ни кинешь взгляд, везде сейчас вот эти два образа. Да? Читая четыредесятницу, это образ аскетики, это образ деятельной жизни. И затем в пятидесятницу мы входим, это предполагается, что должна быть это 50 дней созерцания, празднования, то есть соединения. Вот он, Христос, для нас должен воскреснуть, и мы пребываем в Духе. То есть мы потрудились, и, ну, по крайней мере, церковь, видите, через эти все 2000 лет, она несет нам эту реальность, предлагает, да? А мы уже к ней приобщаемся, кто насколько может. Кто, конечно, и то, слава Богу, это конечно, это... Это душой.
это милость Божия, что у нас есть вот преданные отцами, вот все, вот весь этот круг, круг годичный, и каждый этот годичный цикл, ты прошел его в этот год, да, что-то приобрел, научился, и ты должен набрать какой-то багаж и на следующий год войти в этот цикл уже другим человеком. Как бы вот должен происходить рост какой-то, да, в нас в этом направлении. Итак, сейчас. Из-за того, что переживание этих впечатлений Бога или от Бога является таким сильным, таким выразительным, некоторые люди понимают их как доказательство того, что вообще Бог существует. То есть те люди, кто достигает. Для таких людей сказать, что у меня есть впечатление Бога, означает, что о реальности Бога, о том, что Он существует. Если кто-то спросит, кто видел Бога, я могу сказать, я видел. Даже если никто больше вообще его не видел. Я видел. Как? Бог живет внутри меня. Его присутствие внутри меня такое мощное, что как будто оно равносильно тому, что я его вижу. Настолько мощно он присутствует внутри меня, что я как будто вижу его своими глазами. Даже если мои физические глаза не видели ничего. Иметь это впечатление, то есть мы все читаем с вами о плодах созерцательной молитвы, да? О том, какой плод она приносит, напоминаю. Иметь это впечатление о Боге, впечатление Бога, здесь так сказано, таким образом означает, что внутри меня я имею ясное доказательство присутствия Бога. Но вот значение и характер этих доказательств будет различаться от человека к человеку. У каждого это будет свой личный опыт. Но что важно для нас, это то, что внутри нас Бог как бы вообразился, стал настоящим, стал присутствовать. И это нам открыто, мы это видим и понимаем. Так я соединился вместе с Богом. Соединился с ним через все вот это. Я полностью живу и испытываю Бога. Так что более не я живу, но живет во мне Христос. Как Павел, да, говорил в послании к Галатам, 2 глава, 20 стих. Вот это состояние. Вот эта цель. Вот это духовная жизнь. Должен ли я сказать вам трудную правду, поделиться с вами трудной правдой? Большей частью мы достигаем только первого шага. Это он говорит с монахом, между прочим. Если мы вообще достигаем его туда. Имеется в виду, я думаю, что он говорит о чистой молитве на аскетическом уровне. На уровне деятель, на уровне деятель. Когда я решаю время от времени помолиться,
Почему же так? Потому что мы все еще мирские люди, люди этого мира, которые сделали очень мало, не более, что просто пообещали жить духовной жизнью. Он говорит о монахах. Мы всегда проводим параллель. Он обращается к монахам, это понятно. Монахи дают какие-то обещания. Но каждый христианин дает обещание, когда принимает святое крещение. Каждый христианин обещается вступить в воинство Христово, следовать за Христом. Монашество – это уже особый некоторый такой институт, но это никакая не другая религия, это никакие не другие там, планки или цели. Цель христианина одна – и у мирянина, и у монаха – соединиться с Богом. Пути разные, образы разные, но цель та же самая. И реальность та же самая, в которой наш находится наша душа. Итак, видите, он к монахам говорит. Мы все еще с вами мирские люди, которые ничего не сделали более, чем просто пообещали жить духовной жизнью. Ну и мы с вами тоже. Что? Мы приняли крещение, пообещали, а остались большей частью там, где мы были. Неважно. Кто-то принял младенцем. Конечно. Ну, за младенца обещает крестный. Он произносит обещание, потому что еще младенец еще не сознательный. За него принесено обещание, и за него берется ответственность, что это обещание, которое принес крестный закрещаемого, он будет за него отвечать перед Богом. Как потом, по мере возрастания, он этого младенца обучал основам веры и дал и рассказал ему, что он за него пообещал. То есть этот человек должен знать. Так как оно у нас в реальности происходит, это уже другой вопрос. Обычно что-то незначительное случается, и этого достаточно, чтобы нас расстроить или огорчить, и ввести нас вообще в состояние искушения. Да, искушения. Если кто-то, например, попросит увидеться со мной, и я не отвечу, то есть не исполню эту просьбу немедленно, а мы, то есть, чтобы понять, о чем речь, он же игуменом был монастыря, и там братство довольно-таки большое. И он уже сейчас будет говорить о немощах, вот какие вот даже среди монахов, да, встречаются. Кто-то из монахов попросился с ним поговорить, у него какая-то проблема, может быть, там ему надо поисповедоваться или что. И он тут же не ответил на этот вопрос, ну, был занят какими-то другими делами. Или если несколько дней проходит до того, как я с ним встречусь, тогда вы увидите его реакцию. И если другие спросят его, почему же ты не напомнил игумену, он скажет, почему я должен напоминать ему? По-моему, я только это я единственный, для кого у него не хватает времени. На всех у него хватает. То есть, видите, это наше. Вот. Он помнит о всех остальных, только не обо мне. И если я уезжаю, например, на месяц там по делам, ну, он путешествовал, давал лекции, все. Это все, о чем этот человек будет думать. Он полностью загрузит себя мыслями о том факте, что я забыл о нем. Он будет говорить себе, что я не забочусь о нем, что я намеренно игнорирую. Но перед моим возвращением он может начать говорить себе, ох, я ошибался, наверное, я должен напомнить ему. Я ему напомню, как только он вернется.
И я ему скажу, что я сожалею об этих плохих мыслях, которые я им исповедуюсь. И он будет продолжать и продолжать бороться с этим внутри себя. И вот это как мирской ум, не мирянина, а именно мирской, плотской ум работает, действует. Вот он постоянно находится под влиянием, он не владеет вот этими помыслами. Помыслы контролируют его. Он и, может, и не хотел бы, и вообще чаще всего это очень тяжко. И мы устаем от этого, но мы не можем от этого избавиться. И что предлагается путь спасения, который принес, и путь исцеления, который принес Христос, это освобождение вот от этого плена, этого мирского образа жизни, образа мысли. О каких вообще впечатлениях Бога может идти здесь речь в таком уме? О каких впечатлениях Бога может идти речь? И какие впечатления такой человек может иметь внутри себя, который постоянно загружен подобными помыслами по каждому незначительному вопросу. Этот случай прошел, что-то другое началось. Третье. И вот он вот так вот, как мячик, так и передается из одних рук в другие. Единственное впечатление, которое он имеет, это его собственное эго, его собственное я. Вот это впечатление у него в душе. Его проблемы, его оскорбленные чувства, его обиды и его мирские заботы и беспокойства. Как порабощены всем. Но как все изменяется, когда Бог освобождает нас от всего этого. То есть, когда мы понимаем высоту, которой мы с вами призваны. Вот в чем смысл христианской жизни. Но вы можете признать и понять, и согласиться со всем этим. Но мы, да, читаем, и вроде все понятно. И все же, в следующий раз, когда что-то случится, все произойдет так, как будто мы и слова сегодня не слышали, и ничего вообще не знаем. То есть все повторится. И так мы падаем в эту ловушку. Снова и снова. И таким образом становимся самыми жалкими созданиями во всей Вселенной. Это он монах. Видеть монаха, или мы скажем, давайте скажем, или христианина, я тут даже написал, да? Видеть христианина, который несчастлив, или который не достиг цели, да, в этой духовной цели, failed in system. Это поистине жалкое зрелище. По крайней мере, жизнь аскетической практики – это законное, является законной и оправданной. То есть, по крайней мере, жизнь деятельна, то есть жизнь исполнения заповедей. Но быть монахом и жить совершенно бесполезную и фальшивую жизнь – это трагично. То есть речь идет о том, носить монашеские одежды, а жить как мирянин, мирской жизнью, не жить как монах. И также и христианин. Это то же самое. Называться
православным, называться христианином, а жить совершенно мирской жизнью. Вот, говорит, это трагедия. Но тот, кто вошел или приблизился хотя бы к чистой молитве, нет, здесь вошел, но тот, кто вошел в чистую молитву, получает ясные и чистые впечатления Бога, которые подвигают его восклицать и говорить: «Вот он мой Бог, это мой Господь и Царь». Итак, мы свидетельствуем о том, что мы видели и слышали. Первое послание Иоанна, как оно начинается: «Ежевидихом и слышим». Мы видим и мы слышим то, что, чего мы искали. И в то время как мы искали это на небесах, мы находим это внутри себя. Потому что Царство Небесное внутри вас есть. Лука 17:21. Здесь давайте остановимся. Так, вот, видите, о чем речь идет? Это вам не куличи освятить просто на Пасху или там зайти раз в месяц свечки поставить, записочки подать. Ну, совершенно верно. Мы жалкие зрелища. Но то, что мы читаем сейчас эту книгу, и то, что она нам дает конкретные, практические указания к конкретным практическим шагам, что мы должны делать, чтобы оставить место этого плена, этот Египет, войти в пустыню сначала и пойти в эту землю обетованную, выйти из этого рабства. Все начинается с молитвы. Он говорит, все начинается на молитвенном праве. Помните статью об день? Да? Он говорит, это ко всем обращено. Час, желательно ночью. Кто не может с вечера, с утра. Начать с часа. Кто может 2 часа, 3, 4. Это уже начинают. Он говорит, что начинают обычно с малого, а потом просто это само. Не надо себе усилия делать. У тебя появится потребность. Потому что откроется как источник другой жизни. Если молиться не начать, то вообще никакой надежды не будет вообще. То есть молитва – это вот это стучаться в дверь к Богу. Вот это его искать через молитву, потому что молитва – это разговор с ним. И он практически нам дает как вот этот ориентир, как это делать, что цель нашей молитвы должна быть очищение ума. Вот мы зачем молимся? «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Куча помыслов. Так остановились, сделали маленькую паузу, попытались усилием какой-то своей человеческой воли. Мы на нашем надеятельном уровне, мы своим усилием воли попытались все от себя отодвинуть. Говорим следующую молитву. И хотя бы произнести одну молитву, чтобы все эти мысли остались где-то там, на периферии. Опять прочитали молитву, огляделись. Опять они приближаются, опять их. И вот этот труд молитвенный, и этот, через что мы приближаемся. Через молитву. А для молитвы мы читали, какое основание, особенно надеяться на исполнение заповедей. Если мы не пытаемся хотя бы искренне из всех наших сил любить ближнего и терпеть досады от него и отвечать добром на зло, исполнять заповедь любви, мы не сможем молиться.
у нас это не получится. Это как основание. Сначала мы исполняем заповеди, затем заповедь дает некоторое очищение и способность уму вот отлепляться. И все, к чему мы привязаны. Все, вот человек умирает, вот мы хороним на кладбище. Все человек оставляет. Вот все видимое, даже тело свое. Помните, здесь Максим говорит, начинает презирать все, даже свое тело начинает презирать, когда человек начинает открываться этот смысл и эта цель. Почему? Да потому что все это останется. Пойдет только душа с тем, что она приобрела здесь, в этой жизни. Встретила она Бога? Стяжала она Дух Святой? Или нет? Нет. Там никаких инструментов к стяжанию Святого Духа у души уже не будет. Тело – это инструмент для стяжания Святого Духа. Посредством тела мы можем исполнять заповедь. Мы можем делать какие-то подвиги, поклоны, поститься, давать кому-то, одеть кого-то, накормить, потерпеть, понести крест. Когда тела не будет, все, мы замерзаем на том состоянии, замораживается душа на том состоянии, да, в чем застану, в том и сужу. То есть в том состоянии, в котором человек умирает, он переходит в вечность. И тогда только вот молитвы наши, тех, кто еще живет, и дела какие-то, которые приносятся за эту душу, они могут оказать какое-то, но вряд ли какое-то реально драматическое, там, реально сильное изменение. Вы знаете, я думал об этом. Я думаю, что очень разные, ведь очень-очень разные подход и разная мера у премудрости Божьей и у промысла. То, чего он требует от монаха, у которого 24 часа времени на это посвященный, будет один спрос. А с мамы, у которой 4 ребенка, и она крутится, как белка в колесе, будет другой спрос. Но любой человек, как бы он ни был загружен, он должен правильно расставить приоритеты. И эта мама, если она верующая, она все равно должна быть, она делает все, во всем, что мы делаем. Должен быть Бог и память Божия. И найти время при желании, при любой загруженности человек может. Хотя бы немножко. И такому человеку, который действительно загружен, и у которого уважительная причина, он найдет 10 минут, 15 минут. Но он, если будет вот так искренне искать Бога, ему так Бог даст ей так, как монаху за 6 часов в день. То есть это мы, Господь всех одинаково не мерит. Он знает каждого внутри и смотрит на наше сердце, и от нас только нужен вот этот разворот. Притча про виноградаря, которые, вы имеете в виду, которые в 11 час и в 1 пришли, ну да. Есть такой совет от старца одного, очень хороший. Он говорит так: вечером ты запиши свою исповедь и свои помыслы. Ты не можешь со своим духовником или со старцем пообщаться. Ты запиши их вечером, и это уже ты почувствуешь, какое, да. То есть, конечно, завершить ее надо будет в конце недели, получить разрешительную молитву, но ты уже, твоя душа уже освободится от этого груза. Она может двигаться дальше. Конечно, перед Богом можно, но обязательно еще записать, что ты на исповеди скажешь, чтобы когда будешь каяться. Хорошо, там есть вопросы у кого-то?
в Zoom. Хорошо, вопросов нет, будем переваривать. Я думаю, мы так хорошо читаем, пытаемся читаем, и потом на следующий раз немножко назад как бы заходим и еще раз просматриваем кратенько, о чем была речь. Потому что сейчас вот это мы пришли к такому предмету, да, вот самому основному, самому главному. И дальше будет седьмая главка. Мы с вами закончили? Да. Дальше будет седьмая главка, и мы закончили вторую главу книги. Затем пойдет речь немного о другом, об очень тоже интересном. Хорошо, тогда давайте молиться и будем чай пить. Спасибо, Господи, всем ангелохранителям. Христос воскресе! До следующего воскресенья, Бог даст, будем живы, встретимся еще.